Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня у нас необычный выпуск, я бы назвал его спецвыпуск, и посвящен он захоронениям кладбищем не Брянска, а города Санкт-Петербурга, точнее, захоронениям Александра Невской лавры. Попал я туда совершенно случайно, у меня было очень мало времени на осмотр. Значит, на территории Александра Невской лавры находятся три интересных комплекса. Два из них закрыты, туда вход только по билетам платный. И один из них открытый, но тот, который закрытый, посвящен, значит, захоронениям 18 века и 19, деятелям культуры и искусства. Вот туда я из-за недостатка времени попасть не успел, а по открытому я немножечко прогулялся. Это комплекс советских захоронений видных деятелей. Видно, что захоранивать там начали с середины 20-х годов, ну и закончили где-то в 50-х. Вот то, что я увидел, сейчас я вам продемонстрирую. Thank you.
Я надеюсь, вам понравился наш спецвыпуск. Всего вам хорошего. До свидания.